что не работает. И камера не работает сейчас. Фу. Соседи с ума сошли. Назло русскому ютубу пришли мои ребята. Пришли. Из Москвы. Из Москвы пешком. Это вообще какой-то караул. Это просто караул. Ладно. Вы быстро пришли, конечно. Ну, давайте встанем вот так. Давайте. Сзади меня. Рок с одной. Пришли. Сколько вы? Трое суток или сколько? Трое. Русский ютуб. А русский ютуб. Андрей Лукьянов, это я, пророк Санбой. Вы смеялись над ними, они пришли ко мне. Они пришли. Платон Сергей и Сережка. Они пришли к рок-музыканту. Конечно, я очень много пострадал за эти два дня. Их ждал на озере. Сумасшедшие клипы снял. Ребеночек маленький, шестилетний, с матерью плакал, что вот в такой одежде. И вот так я приносил жертвоприношение Ярцеву. Это сумасшествие или нет? Абсолютно. Из-за вас. Как и наш поход, собственно, тоже абсолютно сумасшествие. Нет, это не сумасшествие. Есть что-то. Вспомнить, правильно? Да, но у вас очень много впечатлений. Вспомнить будет определенное. На фоне моей девятиэтажки. Пророк Санбой. Русский ютуб. Это тебе не Хованский, Клепанский. Это тебе не Мендельсон. Мендельсон пиво. Нет, ну я не хочу так говорить про него. Жадный старый. Чем-то он жадный, да? Жадный, да. Чем-то он был хорош в свое время. Ну уж подлость не убила. Пророк Санбой. Жара дичайшая. Сколько сейчас? 25-30, наверное. Вообще ужас. Я омылся. Ну, принеси этот подарок, и что вы мне. Покажем хотя бы презент. Я уже пить боюсь, потому что мне вешают какие-то бутылки на дверь. Или можно пить? Нет, что? Нет, хорошее. Или товарищу Хованскому как-то передадим? Товарищу Хованскому? На зону? Странный человек Хованский, да? 4 миллиона подписчиков. И песни какие отвратительные пьют. А? И песни какие мерзкие пьют. Что я могу сделать? Что я могу сделать музыкант, который делает песни другого плана? Правильно, дракон? Правильно. Я молю Бога, что есть возможность, никакой войны нет на земле сейчас, петь, сочинять песни. Правильно или нет? Правильно. Каждый день берегу и делаю, что-то снимаю в этом городе. Уже люди помирают, бомжи и прочее. Там сегодня очень много там воспоминаний, там на озере очень много людей. Геннадий, мы тебя любим, почему ты двое суток находишься? Я же ваш, да. Да, мы не поняли, мы с баном сами не говорили. Я вам звонил, у вас телефон отключен. Так пришли на банное. Мы как-то связаться с вами не могли. Теперь хоть так. Крупный план. Пророк Санбой, крупный план. Глаза, синие глазки. Платончик, сколько ты шел, значит? Три дня. Ты сколько у меня? Сними, снять очки. Снять очки. Ровно столько же, три дня. Самое главное впечатление было где? Вязьме. Сейчас. Вязьма? Здесь. Вязьме и здесь понравилось. Можайск вообще не понравился. Можайск. А у Вязьме что понравилось? Вязьме? Девочки молодые, красивые, все общительные какие-то. Вы как добрые. Стас, вы как Стас, девочки, Стас. А ничего не... Барышни. А? Барышни. Какие-то там я видел, что там снимались. Тут жил кто-то, там я замечал. Лев Толстой где-то там или что-то. Да. Там это вроде... Это где? Это на выходе из Можайска. На выходе из Можайска было, что Лев Толстой проживал в этом доме. Я желал бы, чтобы вы прошли другой дорогой, где Наполеон шел, Алексина, чтобы Санбой там снял свои главные клипы.
Ну что, диванные товарищи, оказывается, есть недиванные люди, а? Оказалось, именно, так. Именно. Которые не любят, как ты, Мамулу. Сидишь там, рисуешь дурость свою, Мамулу. Да. Есть люди, которые взяли и пошли. И дошли, главное, и встретились. Вы меня ждали. А я шел уже изнуренный сейчас вообще. Спать. Ну, только одна цель — спать. Ну, мы сейчас это... После озера. Ну ладно. На фоне березки миленькой. Раз. Это березка. А вот эта березка самая центральная. Жены моей. Прошлого года она померла, она все держалась. Яночка моя, санбой. Валюшка, есть, оказывается, люди на земле. Есть люди на земле? Есть люди, немало их, блин. Еще ехали бы очень хорошо. Есть люди на земле? Отзывчивые, добрые. Есть люди на земле.